Словения ввела новые ограничительные меры для беженцев. Теперь в страну будут пропускать только тех, кто едет транзитом и собирается получать убежище в Германии или Австрии. При этом власти последние, напомню, накануне объявили о лимите на прием мигрантов. Число беженцев, которых они готовы впустить в страну в ближайшие 4 года, не должно превышать 1,5% от коренного населения. Это порядка 30 тысяч человек в год. Временного введения контроля на границе не исключает и Польша. В ряде земель Германии мигрантов решили заставить платить за свое проживание. Как пишет газета Bild, там установлен лимит средств, которые приезжие могут оставить у себя. Излишки будут изымать и направлять на финансирование лагерей беженцев. Между тем резко обострилась обстановка во французском Кале. Там более сотни беженцев попытались штурмом взять грузовики, которые направлялись в Великобританию через Евротоннель. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, несколько человек арестованы.